Доброго времени суток, друзья! Система коллективной ответственности на деле обертывается системой коллективной безответственности. Мы несем ответственность за ваши жизни. В этом видео вы увидите места для безопасной ловли со льда. Давайте начнем с угла берега места клюва и берега места отдыха. Вот вы видите разделительные ленты. Заходить за которые сверлиться, доказывая и объясняя, что мой бараний вес выдержит и 4-5 сантиметров, не стоит. Пресекаться это будет вплоть до удаления с водоема. Итак, смотрите, вот перед вами практически полностью. Сейчас мы туда подойдем и вернемся более плотно тогда ко всему к этому. Давайте все-таки пойдем отсюда. От 14 до 16 беседки. Небольшой уголок. Берег места клёва. Заход возможен от 9 беседки. И до 1/4 рейки, находящейся на спорт-зоне. Полоса от берега места клёва, проходящая через берег места отдыха, ведущая на глиняный берег, открыта практически полностью. Вот здесь достаточно хороший лед, составляющий 13-14 сантиметров, за исключением участка, находящегося за рейками ВИПа. ВИП на данный момент замораживается, о чем мы будем тоже держать вас в курсе. Вот этот участок. Все отгорожено сигнальной лентой. Глиняный берег открыт полностью. Здесь, подойдя на угол ВИПа, мы идем вот по такой траектории. Берег дорога практически полностью тоже открыт. Сигнальная лента уходит за мост, который находится за яблоней. Вы это видите. Друзья, уважаемые рыбаки, мы несем ответственность за ваши жизни. Не стоит задавать вопросов, заведомо зная, что ложь вы не приемлете, а правда будет вам неприятно. Не стоит испытывать судьбу. Заход за сигнальную ленту будет заканчиваться тем, что мы будем провожать с водоема. Выход на Карельский берег на данный момент запрещен. Но!